Девочка моя, красноглазая. Короче, проснулась сегодня среди ночи, а то, что зуб болит. Ха-ха-ха. А в прошлый раз была срачка, а лучше бы срочка. Короче, это все нервная почва. Представляете? Я не хочу я не нервничала, я легла в хорошем настроении спать, я спокойна. А организму похеру. Нервной системе, она своей жизнью живет. Короче, проснувшись, снится, что у меня зуб болит. А мне он в реальности не зуб болит, а где-то болит, я не знаю где. Короче, ну, скорее всего, где-то есть дырочка, потому что... И, скорее всего, на нервной почве оно это... В общем, сейчас пожрала, вроде успокоилась. Я уже и успокаивала, говорю, да успокойся ты, нерв. Это пятиминутная работа, представляете? Бабушки, дедушки делают эти операции, никто не сдох. Бабушки вообще прооперировали, собралась за сумку, за торбу, пошла своих коров дальше гонять. Все. Нет же, надо, короче, вот это вот разболеться. Ах ты ж, думаю, собака ж ты бешена. Короче, думаю, ну блин, ну ё-моё. Сейчас тут вот фу, чуть-чуть успокоился, ну нормально так. Но все равно чувствуется, что тут что-то где-то это. Аж глаз у меня немножко, ну, это уже отошел. А то подотек был, короче. Вот такие-то дела организм наш устраивает. Такие-то приколы. Включила музыку 80-х, 90-х. Перекрикаю ее, чтобы YouTube не заблочил. Девочка моя, синеглазая. Голоса у меня нет. Ни хрена. Короче, скорее всего, у меня уже на 10 часов выведения. Ну, я так не знаю, конечно. Ой, хорошо, знаете, я хочу так. Пришел, положили, укололи, прооперировали, пошла вон домой. Здорово. Потому что уже меня зло берет. Представляете, какие козни корчат организм. Я шо? Так боялась, я не боялась, а организм боится, все, я проснулась среди ночи, а меня вот так вот сцепило, все, вот так сцепило, короче, внутри, и я, короче, думаю, ебона мать, да что же это такое, я давай, короче, делать медитацию на расслабление, типа, еле расслабила, успокоила организм, ну это вообще, так это ж капец, что он что хочет, то и творит. Нервная система. А вы говорите, тут надо, блин, мало то, что сама переживаю. Понимаете, разделилась на два. Нервная система отдельно, я отдельно. Она же хочет, то и делает. Захотела, понервничала, ну, и все, сцепила все. И вот то в прошлый раз диарея. Все, диарея. А этот раз зуб болит. Все, зуб болит, болит, болит. Но все равно же я пойду. Хоть ты боли, хоть не боли. Все равно я пойду. Ну, уколют там укол, может, обезболит. Если глаз обезболит, то и зуб, наверное. Ну, короче, такие-то у меня приколы. Разделение. О, короче, так вообще не прикольно. А с другой стороны, думаю, какой интересный эксперимент. Знаете, как вот ученые делали эксперимент и сами участвовали. Так вот я думаю, это ж надо, какой интересный инструмент наша нервная система. Если она неуправляема. Захотела, понервничала. Тогда ж тоже, когда укололи укол под глаз, захотела, понервничала, выскочи, ну, герпес выскочил. Все. Все. Реакция. Ой, блин, ладно. Надеюсь, в следующем видео вы уже увидите, будет глаз прооперированный. Все. Музыка нас связала. Короче, видите, какая у нас погода? Но я хорошо одета, потому что мне ночью разболелась челюсть, половина верхней челюсти. Короче, мне сказали идти гулять, потому что я по очереди, восьмая, последняя по очереди. И только через 2 часа
могут начать делать кому-то типа меня. Ну, как всегда, легкие операции отлажатся на конец. Вот так вот. Так что я сегодня буду деловая, прооперированная. А сейчас пойду, говорю, мне можно кофе пить? Она говорит, ну, у вас понижается давление, так можно. Так что вот так вот. Я, как всегда, последняя в очереди. Я даже не сомневалась. Я, как всегда, везде снимаю. Это туалет в клинике. Вот так вот. Кажется, мой такси. Ну, конечно же, я вам покажу свой страшный глаз. Я уже дома. Жива. Не знаю, здорова или нет, но жива. Короче, прооперировали. У меня последнюю. Мне было плохо. Меня трясло, я покрылась красными пятнами, хотя аллергии у меня нету. Но у меня такое и у мамы тоже. Если я сильно стрессану, у меня на шее красные пятна. Да, вот такой вам не покажу сблизи. А вы говорите, Хэллоуин, макияж. Вам естественный макияж. Короче, дали мне целый пакован капель. И капать тут по списку. Ну, короче. Так, мне уже звонят. Как вы думаете, что первым делом должен делать больной человек после операции? Конечно же, жрать. Глаз уже начинает болеть и говорить, что я тебе покажу трогать меня. Мне такое чувство, что я 10 килограмм сбросила. За эту операцию. Меня и подкидывало, и дергало. Мне столько лекарства вливали какого-то успокоительного, потому что мне реально такая колбасня была. Ой, он моргает. Не пугайтесь, пожалуйста. Ну я ж не виновата, что у меня такой глаз. Я ж не могу не транслировать. Если бы я могла, я бы еще на операции снимала. Лежала и тихонечко дышала. Короче, вывели мне силикон и все. Я говорю, вы по новой закачиваете? Не, говорю, ваш глаз такой, что его лучше не трогать. Я говорю, зачем оно вам платить деньги? Вы знаете, говорю, я готова вам платить деньги, только чтобы его не трогали. Они так заулыбались, засмеялись. Говорю, я готова платить даже больше. Да ё-моё. Все, сейчас. Короче, вот взяла еды, сейчас буду есть. Тоже мне звонила кума, переживала. Так что все, всем приятного аппетита. Глаз начинает болеть. Сейчас отойдет. И буду пить, наверное, кетанол. Потому уже начинает голова болеть, глаз болеть. Сейчас буду тут и кетанол, и курить, блин. Чувствую, у меня сегодня будет интересная ночь. Ой, ладно, друзья. Берегите себя, берегите свои глаза. Один мужик поднял что-то тяжелое и разорвалась сетчатка. Так что не таскайте тяжести, не наклоняйтесь, берегите. Вот так. Да нормально все. Отойду. Я думаю, что отойду. Ку-ку. Ого, подотекло лицо. Короче, такая вот у меня еще отечность. Глаз, конечно, болит, но уже отошел. То вообще болел невыносимо. Ну, вы же видели, какой был глаз. Не могла его даже открыть, смотреть на свет. Но пока ни хрена он не лучше видит, вообще хуже даже, чем видел. Но пока он у меня болит еще, так мне как-то пофигу.
Сейчас буду чай пить. Поела, потому что так желудок разболелся, наверное, от этих лекарств. Короче, такая вот фиговинка. Буду пить чай. Фу, короче, течет из глаза слезы, из носа, типа жидкость, ну, на той стороне, где глаз. Короче, со всех, как говорится, дырок. Ну и глаз еще такой, совсем никакой, но уже легче. Уже немножко прошло. То вообще лежала такая боль, оно отходил наркоз. И вот это онемевшее веко, все, оно половину отошло, слезы катились ручьем. И ничего не могу сделать, потому что, ну, нифига не помогало. Капала уже каплями. Мне они сказали два раза сегодня, чтобы я покапала. Ну, короче, глаз при движении болезненный. Ну и вообще ужасный. Вот такие это дела. И спать не могу. Ляжу, да глаз болит. Думаю, сейчас вымучусь. Может, тогда как-то уже засну. Спать вроде хочется, а ляжу, так слезы с глаза текут. Капают на подушку ручьем. Может, сейчас еще больше отойдет все это. Так оно легче будет. Ну, уже легче стало. Гораздо. Не сравнить с тем, когда начал отходить наркоз. Оно все шмыкало, дергало, короче. Ну, сейчас уже легче. Просто такая, конечно, отечность, как после перепоя длительного. Или после работы, как я в Польше работала, тоже была такая отекшая. Ой, такие это дела. Тут мама еще звонила. Она ж не знает, что со мной. Говорит, надо мне кардиологию лечь, пролечиться. Думаю, блин, мама, где мне взять денег на все? Ну, жалко, конечно, ее, что... Так вот, а то что там, у меня давление поднимается постоянно. А у нее давление поднимается из-за горбатой спины, потому что всю жизнь таскала то картошку копать, мешки на спине, то еще что-то. И сколько я ей говорила, мама, да не таскай, да не жди, да хоть ты стреляй. Не берегла себя, не бережет и не будет беречь. А потом сердце надо проверить, пролечить, может из-за сердца. Оно не из-за сердца, а из-за того, что 70 лет уже почти. Из-за того, что спина вся горбатая, измученная. Короче, вот такие это дела. Но все равно все должно быть, как должно быть. Ну, по крайней мере, должно улучшаться, я так думаю. Короче, так крутит и в глазу, и в носу. Это ж таблетки, а не шони. Кетану выпила, но она, наверное, такую боль не может снять. Естественно. О, ухо отложила. А то было заложила ухо. Уши залаживает, короче. Черт-те что. И сбоку бантик. Ну, операция, это же не шутки. Он стало сразу, из носа вода течет. Короче, такие-то дела.